Приветствую вас, дорогие мои зрители. Очень много в последнее время в интернете идет рекомендация о необычном использовании Кока-Колы и Пепси-Колы. Хочу сказать, что в данном случае я использовала Пепси-Колу, но за Кока-Колу, так, не судите меня строго, это демонстрация, сейчас все приведем в порядок. Дело в том, что Кока-Колу я на протяжении многих лет использую как водитель, всегда, чтобы она была в машине. Потому что, когда идет усталость или, не дай бог, угроза засыпания за рулем, особенно, когда вы едете ночью, всегда вы знаете, что через 20-30 минут после заправки, когда вы выпиваете кофе, у вас может пойти обратный процесс, который будет вызывать засыпание. И за рулем это очень опасно. Поэтому все водители, я уже много об этом говорила, обязательно должны возить именно колу или пепси. В данном случае можно без сахара возить. Это будет очень важно для безопасности вашей дороги, когда вы в дальний-дальний путь едете. Точно так же такой напиток мы берем в дорогу, если вы везете детей в жару, на море или в дальний какой-то путь. Если ребенка укачивает, если ребенка тошнит. Кока-кола используется уже по рекомендации врачей, если есть диарея, если болит желудок, если у вас застой пищи в желудке, если у вас метаболизм, метеоризм происходит, гниение, бурчание, урчание. Действительно, 100 грамм кока-колы или пепси-колы, в данном случае без сахара, облегчит ваше состояние. Более того, это рекомендации заграничных врачей. Если у вас болит голова, не спешите пить спазмолитики или другие какие-то препараты очень сильно от головной боли. Выпейте сначала 100 грамм, да, ядовитую, насколько мы знаем, неприятную кока-колу или пепси-колу. Ну вот последнее то, что я нашла на просторах интернета, что парикмахер свою клиентку после стрижки мыла голову, ну уже промывала голову кока-колы. Кока-колы у меня не было, я взяла пепси без сахара. Хочу вам сразу показать. И решила попробовать, что же это такое. Потому что, как для каждой женщины, для меня волосы, ну, это не просто волосы, это философия нашей жизни. Так, я не знаю, видите вы меня или не видите. Немножечко так. Прошу прощения. И я решила сегодня на этот эксперимент. Хочу сказать, что я обычная женщина, женщина возраста плюс. У меня достаточно возможности ухаживать за волосами, но я ленюсь и, в общем-то, абсолютно не прикладывают того внимания, которое бы нужно было к волосам, поэтому и обычная стандартная женщина. Вот, и вот помыв голову обычной шампунью, какая у нас в ассортименте есть, вот, не пользуясь ни бальзамами, никакими масками, я взяла стакан, ну, в данном случае пепси, но рекомендуют колу. Ну, разница по вкусу есть, честно говоря. И я ополоснула волосы пепси-колы. Подождала я, ну, рекомендуют где-то до 5-10 минут подождать. Ну, у меня нервы не выдерживают, где-то 3-4 минутки я подождала, я смыла. Вот, ну, вы видите, у меня такая домашняя покраска, как говорится, фить-фити готова. И что я получила? Я была в шоке. У меня такое ощущение, что все мои волосы стали пакли. Хотя передо мной стояла банка и бальзама, и маски, разные-разные у меня средства. Но эксперимент нужно же довести до конца. И я решила оставить и посмотреть, какой будет результат. Потому что сама парикмахер очень хвалила. И у девушки длинные волосы были. Она их так поднимала, знаете, волной. Прям блеск такой шел, что волосы стали блестеть. Они как ламинированные стали. В общем, такое было хваление просто нереально. Но девушка была темноволосая. А я тут, видите, какая. Вот. И я решила не пользоваться бальзамами, масками. Честно говоря, я немножко была в шоке, потому что волосы, ну, действительно, как пакля стали. Ну, они расчесывались, я очень аккуратно, я расчесала все волосы и оставилась естественной сушкой. Обычно я, ну, по-быстренькому, там, феном или сейчас лето на осень на улицу выскочите быстренько-быстренько, волосы быстро высыхают. И оставила в естественной сушке, не использовала фена. И я вам хочу сказать, после того, как волос высох, действительно, ну, это нереально. Во-первых, вы видели, что на голове волос очень много, волосы упругие, вот, достаточно такие, знаете, вот как будто вернулась я в свою юность, в свою молодость, вспоминая
был только шампунь и был уксус, который обязательно мы ополаскивали. У меня волосы были очень длинные. Вот, и я все вспоминала, как же ж мы тогда с вами справлялись без этих всех наносящих бальзамов и масок. И у всех девчонок были прекрасные, красивые волосы. И что же случилось сейчас с нами? Ну, случилось то, что случилось. В общем, я резюмирую. То, что, ну, взяла я Пепси, то, что было под рукой, без сахара. Хочу сказать вам, zero. Вот, и я очень-очень довольна. Очень довольна. Вот волосы такие хорошо. Вот видите, вот они и по ощущениям они такие приятные. И абсолютно не выпадают. Абсолютно. Ну, и не выпадали они у меня. Для выпадения волос у меня на этом канале прекрасная. То же самое, аптечные средства, фит-фит и готово. То есть, если выпадают волосы после наркоза, после стресса, после диабета, если вам интересно, подписывайтесь. У меня огромное видео о народной медицине, фитотерапии, натуральном уходе о себе. Но на меня сейчас не нужно смотреть, у нас сейчас война. Вот, а мы пьем пепси-колу и кока-колу. Ну, я ее не пью. Кстати говоря, колу я тоже использую для одного рецепта для засыпания, у кого сильная или хроническая бессонница. Вот, и сейчас я дошла до того, что вот посмотрев этот ролик, я решила проэкспериментировать. Вот, и хочу сказать, что да, имеет место быть. Я еще раз попробую, но уже куплю колу, и действительно, я очень-очень довольна. Несмотря на то, что первое впечатление влажных волос меня как-то потрясло, я была шокирована, мне казалось, что это какая-то пакля у меня на голове, но волосы сами высохли, видите, живенькие, все хорошо, абсолютно они дыбом не торчат, ничего, это для начала я вам показала просто какой объем, вот, и традиционно я мою волосы раз в 3 дня, а сейчас посмотрим, может быть, волосы 4-5 дней я буду мыть. То есть я посмотрю, если они будут влиять на длительность, что я могу не мыть волосы там каждых 3 дня, это меня будет очень радовать. Поэтому напишите свое мнение. Если вы будете экспериментировать, помните, что вы несете сами ответственность за свое психоэмоциональное состояние. Но на данный момент я очень-очень довольна. Спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь на мой канал «Домашняя Чех с Мариной» и основной канал «Марина Цветы», где очень много видео о народной медицине. На этом канале видео о фитотерапии, травы для вашего здоровья и вот кола для ваших волос. Но и есть рецепты, когда действительно, вот как водитель, я очень-очень рекомендую возить с собой в машине. При любом экстренном случае это будет у вас как скорая помощь. Будьте здоровы, украшайте этот мир принудительным позитивом. Жду ваших комментариев.